Лидер ЛДПР Владимир Жириновский всю минувшую неделю проводил агитацию в Москве. Иностранный язык начали учить? Да. Какой? Английский. Зачем? Чтобы понимать всех в разных странах. А зачем их понимать? Пусть они нас понимают. Почему они русский язык не учат? А ты учишь английский. Это тебе объяснили в школе? Мы что, колония чья-то, что мы должны чужой язык учить? Русский, и все, достаточно.